Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Alan Wake. В последней серии мы добрались до угольной шахты, на которой нам назначил встречу похититель нашей жены. В итоге он нас прокинул, позвонил по телефону и сказал, что нам теперь нужно двигаться к зеркальной вершине, что ли. На дворе ночь, кругом тьма. Это печально. Томас Зейн любил Барбару Джаггер. Когда Томас Зейн влюбился в Барбару Джаггер, это произошло стремительно. Она была молода, прекрасна и полна жизни. Томас никогда прежде не был особенно счастлив, а Барбара изменила это одним мановением руки. Никогда еще Зейну не было так хорошо. Все, что не делала Барбара, становилось ему одной детали пазла, которая ему, оказывается, так не доставала всю жизнь. И что было лучше всего, слова при ней текли мощным потоком, сильные и яркие. Барбара была его музой. На смотровую площадку у зеркальной вершины. Так, ну у меня всего битком уже. А, погнали. Блин, вот это вот тяжелый, он у нас главная проблема, его быстрее бы надо вырубить. Ну, падай, падай. Скотина. Давай. Ну давай, ну падай, ну шо ж ты. Фу. Так, теперь будет полегче. Или не будет. Мать. Давай. Давай. Ой. Твою мать. Фу, сложно. Так, ну теперь у нас все получится. Теперь я знаю, сколько их тут. Как что будет. По крайней мере, хочется в это верить. Я их встречу вот в этом проходе узком. Давай, иди сюда. Да твою мать, ты посмотри, что делается. Так, хорошо. Двое в минус, еще двое остались. Так, а где еще один? Их же четверо было. А, вот это. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ох, твою мать. Фу. Так, возьмем патронов. Опасно. Твою дивизию, да что ж такое? Все против меня. Фу, так, аккуратно, осторожно. Граната, но это радует. Гранаты, они всегда полезны. Сволота. Так, куда идти? Но я говорил, да, что ничем хорошим хождение по этому музею
смерть очевидно не закончится. Какого хрена там внутри? Вот так, я думаю, ему получше будет. Нет, смотри, живой еще. Ай, не туда полетело. Просрал. Ну ладно. Самое главное, мы живы. Твою дивизию. Че делать? Ох, вашу мать. Надо выбираться по-любому. Так, мне похоже нужно сюда. Что-то такое я помню. Но сначала нужно отключить электричество где-то вон там. Помню это место, я тут... The only way to reach the hillside ahead was to go through the building. I had to find a way to avoid electrocution. Тут я, по-моему, много раз умирал, когда играл в первый раз. Что-то такое я помню. Машина, если что, она не бессмертная отнюдь. По крайней мере, попробуем вот так вот сделать. Я не думаю, что это сильно мне поможет, но, по крайней мере, хоть что-то. Вон, машина уже дымится. Так, хорошо. Контрольная точка — это всегда хорошо. Сейчас мы... Что мы делаем-то? О, ракетница. Прекрасно. Теперь мне нужно суметь проделать путь обратно. Будем надеяться, что у нас это все... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, какая хрень к нам летит. О-о-о. Давай-давай. Блин, еще бы ты ездил нормально. Ой-ой-ой, валим, валим. Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой. Пошли нафиг. Фу. Ну ладно, я был маленько подготовлен, я знал, что тут будет, поэтому вроде как довольно легко все получилось. Но поверьте мне, в первый раз я тут столько раз погиб. Слышали? Кто-то ходит. Да-да-да, где-то там ходит, судя по звукам. Хорошо, как мне подняться-то? Твою мать. Ой-ой-ой. Ну нормально. Со спины кто-то идет, нет? Послышал, что дверь открылась там. Все
все еще слышу чьи-то шаги. Так, ну тут я был, отсюда я начинал. Ох, вашу мать, у вас тут целый выводок. А! Давай, давай, братень. Так, один, последний. Ты же последний, верно? Фу. Хорошо. Не доверяй никому во тьме. Кто-то все-таки ходит постоянно. Термос. Следуй туда. Ну ладно. У части одержимых сохранились отголоски прежнего «я», но это было как нервное сокращение на мертвом теле. Оставалось только оболочка и полная тьмы, покрытая ей. В большинстве случаев темной сущности хватало этих кукол, но для более тонкой задачи, как в случае с писателем, требовалось что-то иное. Темная сущность хотела заполучить его рассудок, и вместо того, чтобы полностью овладеть, она просто прикоснулась к нему. Да. Так, ну мы, судя по всему, выбираемся отсюда. Что-то тут вообще кошмар какой-то произошел. Да кто там бегает, а? Офигеть, это что такое на полу? Масло, что ли? Ясно. Что-то двери где-то открываются. Так, хорошо. Это мы дверь открываем? То есть ворота? Да. Твою мать. А на машине, я так понимаю, мне поехать не дадут. Явно такое ощущение, что кто-то оставлял это все. То ли специально для нас. Блин, ну дайте мне в машине поехать. Идут. Идут, родимые. Давайте сюда ко мне. Тут мне будет получше с вами драться. Давай, давай, давай. Так, там еще были люди. Не люди. Вон бежит. У-у-у. Ребятушки. Офигеть, там еще тяжело идет.
Но я вас тут же встречу лучше, потому что там можно попасть в окружение. Блин, успел. Как ты, скотина? Смотри, какой тяжелый. Хорошо. Еще есть? Патронов, потому что уже довольно печально. Что там такое? Ага. Уэйк и Барри взаперти. Я смотрел через решетку тюремной камеры. Барри, стоявший позади меня, пошатывался, и, судя по всему, по виду, ему было так же худо, как мне. По другую сторону решетки стояли Найтингейл и шериф Брейкер. В руках у Найтингейла была стопка страниц рукописи. Он ликовал, как безумец. Ну что, Реймонд Чандлер, теперь ты попался. Здесь все доказательства, в том числе преступного сговора с целью убийства федерального агента. Как вы могли заметить, агент ФБР постоянно называет нас именами известных писателей в жанре мистики. То Стивеном Кингом обзовет, то Уэйном Брауном, теперь Чендлером. Так, а где у нас бештяки? Куда-то сюда. Но это нам поможет, я думаю. Конечно, я не очень рад, что я забрался в такую, извиняюсь, жупуа. Ой, блин, вашу мать. Лови одно. Так, остался ты. Да, блин. Ну, с тобой это попроще будет. Патрон закончился. Супер. Интересно, что я сейчас без патронов буду делать. С патронами-то еле справляюсь с ними. Так, ладно. Как-нибудь прорвемся. Как-нибудь. О, термос, слушай. Супер. Тихо. И лучик света. Так, интересно, я... О, ачивмент дали. Я так спрыгну. Мне больно будет, нет? Не особо. Хорошо. Куча ништяков. Патрон для дробовика. Давайте-ка мы подзарядим его. Еще есть? Нет. Ну ладно. I had no real plan. I was going to give the kidnapper all the manuscript pages I had for Alice. If that wasn't enough, I'd hold him at gunpoint and make him talk. Так, помповое ружье. Давайте попробуем. А, ну это хорошо у него, то есть затвор передергиваешь. Не то, что на двустволке. Вон сколько патронов сразу в обойме. Побежали сюда. Твою мать. Со спины, как обычно.
блин. Дефицитные патроны просрать, это обидно. Так, что за домик там? Может, я в домике смогу спрятаться? Бегут, скоты, бегут. Давайте. Потроха, идите сюда. Дробовик в игре, надо сказать, отличный просто. Слышу, еще бегут. Да, отдохните маленько, ребятушки. Так, где третий? Третий в кустик убежал. Фух. Это плохо кончится. Куда бегу, я даже не знаю, но куда-то в сторону точки на радаре. Слышу, слышу. Так, валим, 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 валим. Ох, ёлы-палы, ох, ёлы-палы. Включай. Да, блин. Плохо кончится. Плохо. Скоты. Ох, скоты. Блин, я далековато оказался. Давайте я пока выключу запись тогда. И как что-то продолжим. Так, ну и продолжаем. Мы где-то примерно в этом же районе. Теперь я пошел с другой стороны. Ой. Ой-ой-ой, как хреново, я сейчас, похоже, погибну. Только не сдохнуть, только не сдохнуть. В прошлый раз, надо сказать, все шло гораздо лучше. Ну, в итоге я, конечно, погиб, но... В этот раз у меня вообще нет патронов. Ну, то есть флешбенги. Да-да-да, дорогие. Я знаю о вас. Я вас не забыл. Вот вам раз. И вот вам вторая. Так, ну чё. Фу, хорошо. Флешбенги нам помогли. Контрольная точка, отлично. Кто-то мы подходим вон туда. Что бы это могло быть, я не знаю, но... Но мне уже туда неохота. Was it going for Alice? Такие дела, короче говоря. Кошмар полный. Блин, нет патронов. Может, патроны были там у фонаря, и я их прощелкал? Запросто такое может быть.
Ух, вот они, настоящие проблемы. У меня даже нет патронов. Так, и что делать теперь? Скотина. Четыре патрона. Как раз одного человека убить. Ну давай, ну харе, слышь. На твою дивизию. Как же ты меня уже упарил. Ах, ему еще недостаточно. Шо? Че что делать с тобой? Может, я тебя в рукопашную могу как-нибудь? Нет, конечно же нет. Отлично. Я в жопе. Полнейший причем. Бежим. Пошел вон от меня, демон. Батарейки, нахрен мне твои батарейки. Ах, блин, да что ж такое. Уф, давайте сбегаем-ка сюда, посмотрим, может у нас тут патроны есть. У меня их, конечно, теперь 12, но это все равно непорядок. Да нет там никаких патронов. Печально. Ничего, сейчас у нас все получится. 12 патронов — это все-таки совсем другое дело. Сейчас мы выманим их всех на себя. Кинем гранату. Давайте, ребятки, бегите ко мне. Вот сюда. Ты посмотри, какая мутя. Твою дивизию. Так, 10 патронов. 10 все равно это. Тихо-тихо, братюнь. Блин, сдав хрен угонишься. Ну, давай. Есть. Кончился, тварь. Заряжен. Так, ну что, я думаю, на этом мы завершим эту серию. Потому что событий, в принципе, уже предостаточно. И пока что у нас такая свободная минутка. Я думаю, пора прекратить. Надо сказать, что мы в жопе. У нас 4 патрона, у нас практически ничего нет. И никакого просвета не видно. В принципе, ладно, будем разбираться в следующей серии, но пока что все. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.